Статуя Свободы – символ независимости Соединенных Штатов Америки. Привет, меня зовут Евгений, это проект про историю на канале Вселенная Beautiful World. В октябре 1886 года под пушечные выстрелы, рев сирен и непрекращающиеся фейерверки был открыт один из самых знаменитых памятников. 4 июля 1776 года Вторым континентальным конгрессом единогласно была принята Декларация независимости Соединенных Штатов Америки. Исторический документ, которым британские колонии в Северной Америке объявили о своей независимости от Великобритании. Именно эта дата указана на знаменитой статуе Свободы, которую французские граждане подарили Соединенным Штатам Америки спустя столетия с момента принятия декларации в знак дружбы между странами. Идея монумента впервые возникла летом 1865 года на торжественном обеде в доме Эдуарда де Лабуле возле Версаля. Французский писатель и публицист, как бы между прочим, высказал мнение, что если памятник будет воздвигнут в Соединенных Штатах Америки, будет естественно, если его построят общими усилиями двух народов. Эта идея пришла по вкусу присутствующему на обеде молодому скульптору Фредерику Бартольди. Был сформирован Франко-Американский союз для сбора средств. Французы должны были профинансировать создание скульптуры и ее переправку через океан, а американцы все расходы по строительству пьедестала. Будущей статуе дали название «Свобода, озаряющая мир». Компания по сбору денег проходили по обе стороны Атлантического океана. Во Франции была организована благотворительная лотерея. Пожертвования, а также различные универсальные мероприятия позволили собрать необходимые 2,5 миллиона франков. В Америке все проходило намного сложнее. Международный финансовый кризис 1873 года повлек за собой период длительной экономической стагнации. Стоимость работ по первоначальному плану составляли $125 000. Вскоре эта сумма удвоилась, но средства практически не поступали. Пресса к проекту отнеслась равнодушно. Желающие финансировать строительство маяка Нью-Йорк находилось немного. Было организовано несколько мероприятий, театральных представлений, художественных выставок и боксерских боев. В рамках одного необычного аукциона, на котором писатели продавали свои ранее опубликованные произведения, поэтессе Эмми Лазарус предложили написать стихи. Сначала она отказалась, мотивировав это тем, что не может сочинять по заказу. Позже ее сонет «Новый колосс» собрал $21 000 и получил первый приз. Спустя годы пластину с написанными поэтессой строками установят у главного входа к пьедесталу статуи Свободы. Активное участие в кампании по сбору денег приняли владельцы и редакторы газеты New York World Джезефер Пулитцер. Благодаря проведенной им акции, идея о том, что статуя Свободы – это дар не только жителям Нью-Йорка, но и всем американцам, получила признание, и необходимые для строительства деньги были собраны. Место для статуи Свободы в Нью-Йоркской гавани утверждено Конгрессом. Было выбрано генералом Уильямом Шерамом с учетом положения Бартольди. Монумент предполагалось воздвигнуть на острове Бедлоу, где еще с начала 19 века стоял форт в форме звезды. 5 августа 1885 года во время торжественной церемонии был заложен первый камень строительства пьедестала, который спроектировал американский архитектор Ричард Моррис Хаттон. 22 апреля 1886 года постамент был готов принять щедрый дар от народа Франции. Для создания монумента требовался легкий и одновременно прочный материал, готовый держать длительное морское путешествие. Кроме того, он должен быть водостойким и легко переносить насыщенный солью влажный климат гавани Нью-Йорка.
выбор французского скульптора пал на медь. Сначала Бартольди сделал эскизную модель высотой около 1.5 метра. С нее он воспроизвел копию скульптуры высотой 2 метра 85 сантиметров. С помощью этого же метода изготовил еще одну модель высотой 11 метров. Затем 11-метровую статую разделили на большое количество фрагментов и увеличили еще в 4 раза. При создании монумента использовались медные листы толщиной 2,5 мм. Плотники изготовляли деревянные формы, в которых с помощью молота листам придавали нужную конфигурацию. Более 300 фрагментов отдельных медных листов сформировали фигуру статуи. Внутренний каркас монумента разработал французский инженер, будущий создатель всемирно известной Эйфелевой башни, Гюстав Эйфель. Прообразом свободы, как считают искусствоведы, была известная французская натурщица Изабелла Бойер, вдова Исаака Зингера, основателя фирмы по производству швейных машинок. В начале 1884 года все части статуи свободы собрали вместе. Она, как настоящий колосс, возвышалась над крышами домов Парижа. Фредерик Бартольди посвятил монументу 15 лет своей жизни. Леди Свобода стала лучшей работой скульптора. Статуя была доставлена в Нью-Йоркскую гавань 17 июня 1885 года на борту французского фрегата «Изере». Для перевозки монумент разобрали на 350 частей и упаковали в 214 ящиков. Ее правая рука с факелом, законченная раньше, уже экспонировалась на Всемирной выставке в Филадельфии в 1876 году, а затем в Мэдисон-сквере в Нью-Йорке. Церемония открытия статуи свободы состоялась 28 октября 1886 года. Присутствующий на празднике президент США Гровер Клинвент сказал: «Мы всегда будем помнить, что свобода избрала это место своим домом, и алтарь ее никогда не покроет забвение». Лестницу на факел закрыли по соображению безопасности в 1916 году. В 1986 году статуя была восстановлена, а ее разрушенный и подвергшийся коррозии факел был заменен на новый. На этом все. Вы были на проекте «Про история» на канале «Вселенная Beautiful World». С вами был Евгений. До новых встреч. Всем пока.